В Республике Дагестан прошли северокавказские командно-штабные учения, посвященные отработке мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По словам исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Дагестану Олега Колпикова, цель учения заключалась в повышении эффективности применения сил и средств региональной системы РСЧС при устранении аварий в сферах энергетики и ЖКХ. Учения состояли из двух этапов: введение в готовность сил и средств для реагирования на ЧС и проведение практических мероприятий по устранению условно-аварийной ситуации. По сценарию, из-за сильных осадков, грозы и ветра с порывами более 20 метров в секунду в микрорайоне Восточная Пальмира города Махачкалы произошли обрывы и повреждения линий электропередач, а также авария на подстанции. Без электроснабжения остались 6270 человек, в том числе 1420 детей. Были пострадавшие, которых необходимо было эвакуировать и лечебные учреждения. В рамках учения отрабатывались меры оперативного реагирования, проведения аварийно-восстановительных работ, а также эвакуация пострадавших в пункты временного размещения с обеспечением их продуктами и медикаментами.